Добрый вечер. На этой неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому порой будет усиливаться ветер. Также потеплеет. Во вторник, 14 марта, в стране будет переменная облачность. Температура воздуха в ночные часы составит от плюс 1 до минус 3 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется от 4 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западного направления будет слабым от 1 до 5-7 метров в секунду. Теперь о погоде в Риге. Латвийской столице этой ночью ждем 1-3 градуса ниже нуля. Завтра днем столбик термометра будет на отметке в плюс 4, плюс 6 градусов. Ветер слабый, весь вторник будет переменная облачность. Месяцкий тип погоды второй благоприятный. На этом погоде все. Приятного вечера и до свидания.